Я могу сказать очень четко, нет необходимости называть имена, но я не нахожу поведение Запада в данный момент правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокации. Пока вы будете пытаться вести такую войну, основываясь на провокациях, добиться результата будет невозможно. Когда вы переходите к денежному измерению, что говорят? Один говорит, я оказал Украине такую-то поддержку. Другой говорит, я оказал такую-то поддержку. Где эти деньги? Только разговоры. Надеюсь, вы правильно переведете. Вот что еще вызывает беспокойство. Ходят слухи, что на Украину было отправлено оружие. Всякий металлолом, какой есть, вот его и отправляют на Украину. Я говорю тем, кто недооценивает Россию. Вы ошибаетесь. Россия – это не та страна, которую можно недооценивать. Что случилось? Россия перекрыла газ, цены в Европе выросли. Теперь все размышляют, как мы переживем эту зиму. Почему вы раньше об этом не думали? В руках у России такая важная ценность. Вы должны были подумать об этом раньше. Вот, конечно, когда на нее все нападут, что Россия будет делать со своим объектами и вооружением? Будут использовать. Это так просто.